Алина Загитова рассказала о снимке, где она засыпает во время подготовки к сессии. Это была Этери Георгиевна. Мы с ней смеялись, и она такая: «Давай я к себе выложу». Но я, конечно, согласилась. Но на самом деле я не спала. Просто прилегла и смотрела вниз. А все уже подумали, будто я засыпаю. Вообще на учебе я никогда не сплю. Задают много, но я заставляю себя не спать и учить материал. Бывает тяжело, но учу до ночи. Сон у меня нормальный, потому что перед тренировками надо восстанавливаться. Сессию я сдала успешно. Это было тяжело, но все сдала. Последний экзамен был английский. Сложно, но я справилась. На вопрос, где было сложнее, на Олимпиаде или за партой, Алина ответила: «Однозначно, на Олимпиаде. Но вообще это абсолютно разные ощущения. И, как я уже говорила, разный уровень ответственности, а также в уровне подготовки. В спорте я профессионал. У нас с тренером до такой степени было все отработано до автоматизма, что казалось, будто все само собой делается».